Итак, детвора, начинаем играть. Игра Difference. Находим с вами отличия. Надо найти два отличия. Я же не могу найти. Нашла! Я успела. Ну, да? Руслан первый. Вот здесь вот обручальное кольцо есть. Не обручальное. Надо два отличия найти. А, два? Нашла. Да. Настя. Вот тут у него нет медали, а еще вот тут девочки вот этот ножичек под окном. Ужас какой-то. Два отличия ищешь. Нашла! Да. Вот тут, тут желтая у меня, а еще... Значит, это вообще моя карта с той игры. Тут посмотри, какая. Ты успеваешь за ними? Что, нашел что ли? Да. Вот здесь кольцо, это обручальное. И вот эта вот лента здесь есть, здесь нет. Ты готовился долго. Все, переворачивай дальше, играем. Нашла! Тут посмотри, какая... Шляпка разная, а еще вот это. Ну, да, одинаковая. Да, разная. Все, сейчас Настя уже выиграет. Нашла! Настя! Вот этот у него мяч в звездочке, а еще у него... А что ты забыла? О! Ну, у меня было. Настя, ну ты не кладешь. Есть... Нашла, вот! Вот у меня шапку точно вспомнила. Шапка. Все, я закончена. Ярик, да, я разложу. Чтобы получить мандарин, буду сейчас проиграть. Ярик, да, я разложу. Посчитай, сколько у тебя? Три. Три, у меня две. Миша, надо искать отличие. Они сейчас будут медленнее, они просто уже играли в ту. Настя. Да, стоп. Четыре. Четыре. Пять. Шесть. Итак, да, кладем карту. Ищем отличия. Кто первый найдет, два отличия надо. Так, а что от меня так далеко скрывается? Так, все. Я да убери свою. Чика-бомбонечка, бомбонечка, бомбон. Я нашел. Я нашел. Вот здесь у него оранжевый ботинок, а вот здесь желтый. О, молодец. А вот здесь у него вот такие, которые стоят, а вот здесь у него нагнутые. Вот так. Все, молодец. Где? Ну вот смотри, вот видишь, тоже самое. Посмотри вот на рога. Тоже. Смотри, какие у меня рога, какие у него. Угу. Да все, какой я... у него друг. Ничего себе. Ничего, молодец. Все, давайте, хватит уже игру-то. Все.